Хочу что-нибудь слепить, но так, чтобы не запачкать руки. Чтобы фигурка быстро засыхала, но не разбивалась. Из такого материала, чтобы был похож на пластилин, но не пластилин. Интересно, вообще такое существует? Le bal allait bientôt se terminer, se terminer. On allait bien rester bientôt tout. Это волшебный пластилин, полимерная глина, так называемая. Она очень мягкая, не крошится, она застывает на воздухе, имеет яркие цвета. Я слепил Джека Повелителя тыкв со своим псом. А почему ты выбрал именно этого героя? Потому что он интересный, и он скелет, а я обожаю страхи. Попробую я что-нибудь слепить, например, вот этого снеговика. Здравствуйте, а мне получится слепить вот этого снеговика? Нам хотелось рассказать всем, как интересно, весело, здорово лепить из полимерной глины Jumping Clay. Поэтому мы сделали такое большое мероприятие и постарались пригласить как можно больше людей на него. Jumping Clay – это корейский пластилин, но из него уже лепят во всем мире. Больше 10 лет существует компания, и в 26 странах есть студии лепки Jumping Clay. А теперь он есть и в России, и наши дети тоже могут лепить из него. Руки чистые. Материал пластилин, но не пластилин. А если его случайно уронить, проверять не будем. Я нашла идеальный материал. Это были новости от теледеток. С вами Карина.